Congrats. День добрый, господа. Вернее, уже, наверное, скорее даже вечер. Ну вот, видите, движняк идет. Утром было колейка в два ряда. Сейчас уже колейка в один ряд. Время у нас 15 минут пятого. Сегодня у нас... О, кстати, сегодня у нас... У меня сегодня день рождения у племяшки. Всю жизнь буду теперь спрашивать. Дата рождения. 12-12-12. Нормально, да? Такое. Родилась девчонка. 12-12-12. У братца родного. Ну, здоровья ей. Все остальное будет. Так, ну смотрите, колейка у нас довольно-таки приличная. Видите? Уже все с обочины посъезжали, одни мы только остались. Вот граница вот там. Я вот отсюда вон фонари вижу. Ну так, где-то километр. Нормально так. Ну, латыш здесь стоял, я у него, когда приехал, спрашивал. Он говорит, ну, часов 9 отсюда примерно. А так вот, для понимания, вон какая колейка, видите? И туда километр. Так что... Колейка собралась больше. Ну, здесь просто в два ряда было утром. Все становились спать. Но сейчас возможно, к вечеру сейчас народ тоже будет становиться ночевать. Мы только начнем работать. Ну, как будет, так будет. Здесь уже без вариантов. Сейчас мы тут пока еще светло. Лампочки, фонарики, стеклышки помоем. Так, ну машинка немножко, конечно, подвымазалась, но не страшно. По такому варианту можно ехать. Сейчас мы ее сполоснем. Что-то, наверное, морозец какой-то. Я даже не смотрел. Как-то я вот вышел, так и зябковатенько. Наверное, градусов 5-7 есть. Ну, 7 нет, но градусов 5 так точно. Вот. И будем ждать. Мне еще 3 часа стоять, и потом можно начинать дергаться. Все, 9 часов пауза, точки, страна начала, Россия. Ну, правда, без этого, уже видите, продвижка, сейчас на молотках помолотим, постоим здесь. Я и так, почти 5 минут мне не хватало, уже люди продвинулись. Мне еще 5 минут надо было достоять. Коллега на польских номерах пропустил. Все, 19:27. Начинаем прохождение. Ну вот сейчас мы тут на молоточках и постоим. Как раз нормально. Украина впереди, видите, груженый, пломба висит. Ну, я так понимаю, граница вон где-то там, там вон заправка Славнефть, мы на нее заскочим, подзальемся уже совсем до полных, еще тут сколько тут полтинник нам влезет. Посмотрим, во сколько мы заедем и во сколько выедем. Время 1:00 уже. Доливаемся на Сургутнефтегазе до полных. Уже правый долил. Доливаем левый. Ну вот граница, вон она уже светится. Прям чуть ли не подпрыгиваем. То есть не то, что подпрыгиваем, не утаптываем ее туда.
Через верх пойдет. О, хорош. О, видите, она даже не уходит. Полна коробочка. Так, тут 60. И там кто-то я впихнул 28. Вот еще 88 литров вылили. Нормально, моя колейка не ушла. Вот ДАФ стоит, я перед ним. А вот с Украины парни. Я за ними. В общем-то, вон она граница. Пойдем посмотрим. Как бы да, вот она. Сколько тут осталось мне на заезд? Ну, машин с 12, наверное. И мы зайдем. К утру пройдем, наверное. Я думаю. Добрались до погранперехода. 10 минут третьего. Посмотрим, во сколько мы отсюда выедем теперь. Мне даже самому интересно. Так, надо маски надевать. Все как положено. Готовится. Первый раз здесь. Ничего не знаем. По ходу дела разберемся. Нас отправили на рентген. Сначала девушка таможенная спросила. А сколько у вас говорит это? Да, он, чтоб я тут вписался. Такая, я не вписываюсь. Со второй попытки попал. С первой, ну, никак не получалось. Вот правило, девчонка на рентген. Сказала. Ну, сразу спрашивает, говорит, что-то у вас, говорит, сколько вес? Я говорю, 5400. Что-то, говорит, много по весам. Я говорю, ну, не знаю, то на 300 солярки еще. Да? Я говорю, ну, ладно. Тогда вам на рентген. Успела ночка минуть. Как мы в Эстонию едем. 7:26. 12 часов, можно сказать, вот с момента, как я. Так. Грузовикам загорелся красный. Значит, все. Стоим.
Великан горит красный. Все, стоим, значит, ждем. А вот там уже Эстония, видите, Republic of Estonia. 12 часов. Нормально так? Сюда, чтобы попасть. По времени заняло. Полчаса простояли, дождались зеленого сигнала светофора. Что нам осталось? Вот у эстонцев оформиться. И все. И на стоянку. Будем от паузу крутить. А что делать? Уже 8. 9 час. Уже 12,5 часов у нас общего времени. То есть уже мы никуда сегодня уже не едем. Тут, наверное, тут еще колейка. Так, это я понимаю, здесь это... Всякие тут радиационные, тут это вот вся эта байда, да? Дальше. В общем, мне осталось 10 минут до конца общего времени. Если бы мне эстонцы рентген не придумали, я бы успел. А так немножко придется зачернить. Так, все, декларация уже есть. Дозвол отмеченный. Попали на пересменку. И все. Но здесь недолго, я думаю. Тут как-то у них, так смотрю, довольно живо процесс идет рентгена. Так-то быстро. Вот что пересменка задержала, наверное, ну часа полтора. Ну не полтора, ну час где-то вот стоял, так точно. Паспорт, техпаспорт еще нужен. Ну вот, пройдем рентген и на выезд. Go просто. Вот и нас запускают.
Вот и все. Двойной рентген. Пошло уже нарушение. Сейчас мы распечатаем, выедем до стоянки, опять распечатаем. Так. Печать. Карта. Сегодня на принтер. Распечатаемся и потом еще раз напечатаем. Распечатаем. Потом на этой уже напишу. Сейчас не буду писать. Немного зачерню. Может, минут 10 каких-нибудь от общего. Это не страшно. Тем более, ну, на чипе-то видно будет все сразу, что я не ехал, то что это прно, вот это вот приграничное. Так, сложить все документы. Декларация, ЦМР-ка. Так, это у нас дозвол эстонский. Все, все складываем. И мы свободны. А, видите, опять. Граница есть граница. И никогда быстро не бывает. К сожалению. Погнали на выезд. Говорят, тут есть платное и есть бесплатное. Вроде бы сразу. Это вот отстойник. Вот это вот отстойник. Это терминал, паркинг для грузовиков. Ну, говорят, тут дальше где-то есть. Хотя, может быть, надо было сюда заехать. Места-то есть. Или сюда просто. Да не, наверное, я думаю, пустили бы, заплатил бы, да и все. Ну, говорят, вот где-то здесь. Ну, мне Машка тоже рисует паркинг недалеко. Видите, снежочек пошел. Все, welcome в Эстонию. Тут, правда, то Эстонии-то. Я не знаю сколько, но очень немного. Вот паркинг, душ, кафе. Через 600 метров. Все, мы заезжаем. Бесплатное, метров 300 дальше платное. Ни на какую вставать. А где въезд? Наверное, здесь и въезд. Короче, я не знаю, но заезжаю я и становлюсь. А, платный, наверное, это вот этот паркинг, да? Или вот это, или куда я сейчас заезжаю. Какие-то шлагбаумы здесь тоже. Что-то не пойму я. Или проложить. В общем, не знаю. Я здесь первый раз. Поехали, становимся. И будем крутить паузу. Сейчас будем решать по парому. Чего, когда, куда.
И во сколько мы отсюда тронемся? Сейчас 10:30, 33 минуты. Ну, по идее, получается, я должен поехать. Восьмого вечера. Но будет ли в этом смысл, я пока не знаю. Поэтому остановимся, потом будем дальше. Сюда прям под камеры, да и все, и будем здесь стоять. Платный, значит платный, не бесплатный, значит бесплатный. Так, все, закрываем точки. Страна завершения. Ищем, где у нас тут Эстония. На этом пока все. Распечатать-то забыл. Стоп. Карта 24 часа. На принтер. Ну что мы сейчас тут напишем? Граница, ну, число, дата, граница. Рус, Эстония. Нет стоянки. Ну и все, в общем-то. За это нас никто не накажет. Это не такое, что тут у меня есть зверское нарушение, тем более... Тем более, если посмотреть на мой режим работы, то здесь пауза, молотки, пауза, молотки, пауза, молотки. Езды-то тут вообще никакой. Ну, 3 километра-то проехал всего. Но надо это сделать. Это убережет нас от неприятностей. Нас контролист, не дай бог, остановит. Ту-ту-ту. Взял, показал. Вот, пожалуйста, смотрите. Граница. Нет стоянки. Что делать? Ничего не делать. Толкаться тут же стать негде. Ну, а так. Вот, будем так вот стоять. Эх, тапок потерял. Польска. Если шлагбаумы будут закрыты, открыты, то так мы и поедем бесплатно. Если будут закрыты, значит куда-то пойдем, заплатим. Куда, не знаю. Тут хоть на коньках катайся. О! Тоже ледяной дождь был. Детский сад, ё-моё. Пломбу эстонцы не вешают. Здесь так мы без пломбы и поедем. Ну, видите, как-то выглядим, конечно, не очень симпатично. Особенно сзади. Да и по бокам тоже. Но мойка пока в наши планы не входит. Хотя, конечно, не мешало бы помыться. Видите, вот от Питера до границы вот так вот мы ее вымазали. Все тогда. О, зимно выскочил. Пошли что-нибудь кусанем и на спалку. Наш вечерний финал.
дня воскресного 13 декабря. Время уже 17:00. Сегодня мы уже никуда не поедем. Поедем завтра утром. Нет смысла на ночь ехать. Почему, что и как, это уже расскажу завтра. А пока вот, конечно, я не фанат готовить, но мы жарим стейки с красной рыбы. Это подарок от друга моего, Вадим Филатов, который в Солнечногорске подъезжал. Я и забыл совсем про них. Сейчас полез в холодильник, смотрю, лежат. Посмотрел, не испортились. Думаю, надо жарить, иначе будет хана. Сейчас мы их нажарим и обратно в холодильник сложим. И что, потом только разогревай. Вот, поэтому сейчас приготовим стейки, поужинаем туда-сюда, полежим. И завтра с утреца поедем. Уже там определились с паромом, но нет смысла выезжать сегодня на ночь, потому что мы запросто это завтра расстояние пройдем днем. А вот что, куда поедем? Это завтра, по ходу дела. Правда, ветерок на улице. Ну ничего, пожарим потихоньку. Народ выходит с границы. Граница у нас вон там. О, вы только посмотрите, какая красота получилась. А запах-то, а запах. Вадим, спасибо тебе большое. Все. У нас уже стемнело. Совсем. Коллеги ехать собираются, позаводились. Ну а мы до утра.